Всем здравствуйте! Здравствуйте! С победой! Спасибо большое! Все потому, что я пришла. Да. Болел. Каждый матч. Каждый матч. Каждый матч. Пока живая жена. Да нет, нет, деньги не все решают в этой жизни. Итак, а теперь в розе жизни. Традиционная наша пресс-конференция. Первая официальная игра Владимирского Торпедо Владимире в 2019 году. Первая победа. Дмитрий Владимирович, с победой и ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Спасибо большое. Я тоже всех поздравляю. Болельщиков Владимирского Торпедо с победой. Тяжелый матч, нервный матч, но опять же возвращаюсь к тому, что мы сами, наверное, создали эту нервозность в конце, да, то есть было достаточно моментов голевых, которые надо было холоднокровно завершать. К сожалению, не получилось это, поэтому вот и после забитого гола немножко подсели, какая-то нервозность появилась, боялись контролировать мяч, избавлялись от него, дотерпели до перерыва, хорошо, да, в перерыве сделали кое-какие поправки, корректировки, подсказали ребятам, как нужно действовать. Сзади, еще раз повторюсь, хорошо, что на ноль наладили в обороне. Проблем пока нету, но вот реализация хромает, к сожалению, уже не первый матч, хладнокровие. И могу, да, претензию к себе, как нападающий, да, могут сейчас мне сказать, Дмитрий Владимирович, как же так-то, нападающий не можете научить футболистов впереди реализовывать моменты. Было интервью, будем работать. Было интервью Матч ТВ, и вот там несколько раз вспоминалась одна фамилия, которая советует вам выйти на поле. Может быть? Сегодня поймал себя на мысли, когда мяч рядышком прокатывался, и хотел выйти подыграть, и потом подумал, что типа могут ведь наказать, да, нарушение, да? Ну да. Это самое. А желание-то было прямо сейчас. Диагональку сделать голевую, зрячую. То есть шансы на ваше возвращение не существуют. За ветераном, да? Давайте, зачем же? Давайте не будем разочаровывать болельщиков. Да, возможно. Все возможно в этой жизни, ребята. Все возможно. Ничего невозможного нет. Хорошо, спасибо. Ваши вопросы по игре, Ольга. Владимирские новости. Команда перед возобновлением сезона лишилась двух игроков Лобзин, Лобанов. Потеряли ли что-нибудь, например, такого существенного? Или их отсутствие в команде никак не сказалось, собственно, на общей игре? Ну, мы разговаривали с ребятами, да, то те ребята, которые не попадают в состав, мы с ними беседовали и определились, что лучше найти команду, где будут играть ребята, а не сидеть, да, на скамейке запасных. Поэтому приняли обоюдное решение, то есть и расстались, как говорят, на обоюдных условиях. Еще да. Вопрос. Зинин, это когда выйдет на поле? Как у него там с травмой, восстановление после травмы? Наш реабилитолог, Федоров у нас врач. Реабилитолог, тренер по физической подготовке, делает все возможное, и я бы даже сказал невозможное, что после такой травмы Илья хоть сейчас готов выйти и помочь команде, но мы побаиваемся немножко, поэтому чуть попозже. Но в этом сезоне он обязательно выйдет. Ну, в такую игру, наверное, было немножко страшно бросать Илью. Конечно, я думаю, здесь больше, знаете, как не физическое, а скорее всего психологическое состояние. То есть здесь надо поучаствовать в тренировочном процессе, чтобы отвлечься от боязни, да, за эту ногу, чтобы опять не получить травму. И мы над этим работаем. И тот же Олег Алексеевич делает все возможное. И я еще раз говорю, даже невозможное, потому что с этой травмой люди восстанавливаются до 8 месяцев. Сейчас прошло 5 месяцев, и Илья уже практически готов выйти в игру. Спасибо. Еще вопрос. Областное радио, Дмитрий Владимирович, после нереализованных моментов во втором тайме уже не ёкнуло, по старой пословице, не забиваешь ты? Золотые слова, да. Конечно, конечно.
Сейчас на стадионе МАЛ, спортивной арене, вот эти были проемы, где можно было заходить на трибуну, их закрыли дверьми новыми. Пару раз было, да, думал, что сливачка со своей любимой пробить. По двери. Естественно. Да, но удержался, как-то удержался, конечно, конечно, такие вещи надо решать. Решать хладнокровие, не хватает чуть-чуть хладнокровия впереди. Вроде мастерства не хватает. Да нет, на тренировку, я опять же говорю, да, хотел сейчас сказать, что на тренировку все это проходит, да, играют и забивают хладнокровно, индивидуальные действия на высоком уровне у ребят атакующих, да, но в игре вот самая большая проблема, вот, перенести вот это все спокойствие в игру, большая проблема, да, к сожалению. Ну, в принципе, то есть болельщик это не интересует, что у вас на тренировках, да, он смотрит на игру. Конечно, конечно. А еще такой один вопрос, конечно, может быть, он не к вам, а то, что вот судья на матч из Долгопрудного Владимир возвращается из Москвы, это все в порядке, все по-честному, да? Это не считается, что Долгопрудный это фактически та же Москва, да? Вы знаете, я к судейскому всем этим вещам отношусь, вы знаете, да, наверное, мое мнение, то есть совершенно спокойно. Кто, откуда, хоть из Долгопрудного, все равно, мы все равно забьем голик, и второй, и судья ничего не сделает. Я такого мнения придерживаюсь, и то же самое пытаюсь донести до ребят. Никакой судья, никакие потусторонние вещи не помогут тем людям, которые пытаются нас за счет этого обыграть. У них ничего не выйдет. Мы настраиваемся на победу, и правда будет за нами. Тем более Москва и Московская область — это как Калининград и Ленинградская область — разные футбольные субъекты. То есть как бы... Субъект федерации. Нет, футбольный субъект. Футбольный. Именно футбольный субъект. Следующий матч в Иваново, да? Пару слов о заклятых друзьях. Да, хорошая фраза, заклятые друзья. Ну, конечно, дерби, конечно, дерби. Никуда не денешься. Поэтому будет... Основная задача нашего тренерского штаба — подготовить их психологически к этой игре. Функционально они готовы, морально, я думаю, тоже, в плане того, что мы сейчас победили и на этой ноте. Я думаю, что в этом плане работать не стоит, а чисто психологически настроить, чтобы вот это слово «дерби» не помешало им проявить все свои сильные качества. В игре Иваново. Там ничего страшного нету. Здесь в домашней игре мы это прекрасно продемонстрировали, что соперник, да, достоин. Я еще раз говорю, ребятам всегда, мы никого не боимся, всех уважаем. Спасибо. Еще вопросы, Александр Владимирович. Виктор Владимирович, выход на поле значительной группы владимирской молодежи — это свидетельство уверенности в результате или... Или. Нет, я посмотрел нашу заявку недавно, даже, да. Ну, сейчас я посмотрел ее, конечно, да, что у нас без вратаря еще одного игрока в запасе. Все молодые ребята на поле, 5 человек молодых футболистов, и я сегодня... Прямо на эту тему подумал, что мне хотелось бы, да, я сказал тренерскому штабу нашему Сергею Юрьевичу и Евгению Александровичу, что мне хотелось бы, чтобы в основном составе было побольше МФ, и чтобы это были наши воспитанники. Этого очень хочется сделать. А еще хотелось бы сказать, да, ну ладно. Ну, хотя, да, то есть обратил внимание на, я не буду, да, Муромскую заявку. МФ там коротенько, у нас намного больше. И мы будем ее увеличивать. И результат, да, результат важен, конечно, но только вот через такие игры наша молодежь и будет расти. Еще вопросы? Владимир Владимирович. Владимир Львович перед игрой опубликовал в клубном инстаграме положение дел на большой спортивной арене. Поле показывал, что оно грязное. Вот. Насколько решающим фактором оказалось сегодня поле малой спортивной арены? То есть мне показалось, что легкие нападающие торпеды легко переигрывают тяжелых защитников Долгопрудного.
Насколько арена оказалась определяющим фактором победы? Как вы считаете? Я не думаю, что это какую-то роль сыграла эта арена. Мне, честно говоря, как и футболисту, и как тренеру никогда не нравилась эта малоспортивная арена. Во-первых, и для болельщиков неудобно, и искусственное поле не должного качества, да, как в Муроме. Приятно было выйти в Муроме. Шикарный полян, шикарный просто. Я сказал, ребят, что еще нужно? Прекрасное поле. Ваши индивидуальные действия и все, поймайте кураж, мяч, травка стоит. Понятно, что за ухаживать, да, но, к сожалению, у нас это поле недостаточно качества, чтобы на нем чего-то качественное показывать, да, качественный футбол. Я думаю, что это не сказалось ни в коем случае, а в дальнейшем, да, там, может быть, предвещает нам вопросы, я надеюсь, что все-таки 27 числа мы здесь сыграем. И мне хотелось бы это, чтобы мы здесь сыграли. Как бы травка не подросла, да, я думаю, что оно будет и поровнее укатать, если за ним ухаживать, потому что если даже мы 27-го сыграем здесь, то достаточно будет времени до 2 июня, чтобы трава выросла и газон был бы намного качественнее. Мне очень хотелось бы сыграть следующую домашнюю игру здесь. Тем более, что Велес фактически на натуральных полях не играет. У нас, по-моему, игра с Велесом. Да, с Виллисом, ну, хорошо бы, если так. Им помешало это выйти на это поле. И болельщикам, и, я думаю, и ребятам намного приятнее на этом стадионе играть. А атмосфера совсем другая, абсолютно другая. Даже эти беговые дорожки, мне кажется, они нисколько не мешают ребятам и болельщикам взаимодействовать во время игры между собой. И Пелеса не боится мячом по голове получить. И это тоже, да, вот видите, да. Тоже и не только по голове, но и по камере. Еще вопрос, коллеги? Все, с первой победой. Нет, спасибо большое всем, что задали так много вопросов. Не как в Муроме. Не как в Муроме, да. Победы и желаю победы, естественно, в городе Иваново. Конечно, у нас одни задачи. Только победу, конечно, а каждый матч только победу. Приходите к нам в гости, мы еще больше находим.